Андрей Иванов поручил снизить количество повторных обращений на портале «Добродел». За минувшую неделю чаще всего жители округа жаловались на нарушение правил уборки, вывоза мусора и строительных отходов. В среднем от жителей округа поступало около 100 сообщений в день. При этом количество повторных обращений снизилось. Мы в числе антилидеров по Подмосковью, по трем связанным между собой категориям. Это нарушение правил уборки территории контейнерной площадки и несанкционированной свалки и навала мусора во дворах, и нарушение правил уборки и вывоза строительных отходов. Наладить работу в этой сфере и сократить число жалоб для нас – это сегодня задача номер один. 23 сентября руководитель муниципалитета подписал постановление о досрочном начале отопительного сезона. Резкое похолодание внесло свои коррективы в график подключения объектов к теплу. На сегодняшний день практически во все школы, больницы, детские сады и жилые дома Одинцовского округа подано тепло. Похолодало в этом году неожиданно рано. На этой неделе в Москве и в Подмосковье даже выпал первый снег. Картина, конечно, для нас удивительная. И поэтому из-за погодных условий было принято решение в кратчайшие сроки запустить систему отопления. С начала июня на территории Московской области реализуется проект «Активное долголетие». Как работает программа на территории округа, обсудили на совещании. «Активное долголетие», как я уже сказал, создано для поддержания активного образа жизни людей старшего поколения, улучшения их психоэмоционального состояния, а также укрепления здоровья. По итогам планерки Андрей Иванов дал ряд поручений профильным заместителям. Все острые темы на личном контроле главы. Отчет о проделанной работе будет представлен ровно через неделю. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».